Здравствуйте, уважаемые родители. Вот и наступила зима, участились простудные заболевания. Как же нам укрепить иммунитет? Есть несколько рекомендаций, которые помогут нам победить простуду. Первое, что вам рекомендуется, это прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, соблюдение режима дня и питания, закаливание. Это все необходимо для ребенка. Необходимым условием является также влажная уборка помещений, регулярное проветривание. Необходимо также соблюдение температурного режима помещения и регулирование влажности помещения, где пребывают дети. В период эпидемий рекомендуется избегать массовых мероприятий общественного транспорта, потому что это ведет к повышению заболеваний, вероятности заболеваний. Необходима также витаминизация детей. Это в виде комплексных витаминов, адаптированных для детей, а также употребление достаточного количества свежих овощей и фруктов. Необходима также и лекарственная профилактика детей. Это орошение носоглотки препаратами типа мироместин, отвар ромашки и аквамарис. Необходимо также применение лекарственных препаратов с разрешения своего доктора. Это оксалиновая мазь, грипферон. Потому что уже декабрь, и применение вакцинации уже несколько запоздало. Так что давайте соблюдать данные правила. Спасибо за внимание. Я надеюсь, наши советы помогут вам сохранить здоровье.